Всем привет, друзья! Сегодня 30 число, и сейчас буду взвешивать кроликов. Но как мимо этой булки толстой пройти? Какой-то шарик с головой, да? Шарик с головой, ты толстая. Когда ты соберешься? Вот так. Принес весы, сейчас будем взвешивать. 30 число, одна крольчиха окролилась 30-го. Та, а это окролилось 31-го. Но так как эти крупнее, то... Ой, как-то плохо-то. О, вот так. Та окролилась 30-го, а вот эта окролилась 31-го, если я ничего не путаю. И получается, что тем месяц 31 день, а этим месяц 30 дней. В одном месяце 30, во втором 31 несущественно. Я почитал таблички, посмотрел в интернете, все уже сейчас можно найти в интернете про вес крольчат в разном возрасте. И вот в месяц крольчата, знаете, когда почитал, то я сейчас на своих смотрю, я их еще не взвешивал, правда, весы принес, но я вам сразу могу сказать, что у них вес ниже нормы. Я сейчас прокручиваю в голове, ну, как бы... сопоставляю факты и думаю, почему так получилось и почему они мельче, чем надо. Как я их визуально определил, что они мельче? Потому что по таблицам написано, что от 500 грамм, я вам вчера говорил от 400, но по таблице от 500 грамм это по породам, понимаете? То есть это породные кролики, там сколько в таблице, 10 разных пород, от 500 до 800 грамм в месяц. Как я вижу, что в них точно нет такого веса, потому что стоят у них пол-литровые баночки с водой. Вот такое визуальное сравнение. И я вам сразу могу сказать, что они меньше этой баночки пол-литровой. Они же как котики пушистые, их ту баночку, если посадить, он спокойненько вместится, потому что они пушистенькие. Но я не стал их сейчас им кидать морковку, там свеклу. Это будет нечестно, чтобы... взвесить их, потому что сейчас наедятся, желудки полные, а вес-то неправдивый. Вы мне сами сколько раз писали, что вес... Ну, я не скажу, что они голодные, я им с вечера сыпал, много сыпал, и морковку ложил, и свеклу ложил, и, в общем, и зерно видно, вот подъели, было полное под завязку, ну, полкило съели на всех. Так что сейчас будем взвешивать. Вес кроликов, ну, вот в месяц, напрямую зависит от количества крольчат, ну, как бы новорожденных, потому что, ну, чтобы вы понимали, если в норме крольчонок 60 грамм рождается, а в месяц должен быть 600 грамм, ну, по таблице, то он должен увеличиться в 10 раз, да? Вес крольчонка должен увеличиться в 10 раз. А если крольчат родилось 13, и они по 40 грамм, и их вес увеличится в 10 раз, то они ж не будут 600, а они будут уже 400. Ну, это так, мысли вслух, это я себя успокаиваю, может, я что-то неправильно делаю в кормлении, но я старался сделать так, чтобы крольчихи выкормили как можно больше крольчат. Ну и я не знаю, там по породам еще ж написано количество крольчат в помете, но... Есть же еще рекомендованные показатели количества. О, пей, сейчас будешь тяжелее на одну граммульчику, да? Лизнул, мало, еще лизни водички. Поэтому, все, короче, я себя успокоил, снял с себя ответственность за то, что они мелковаты. Но сейчас узнаем. Поштучно взвешивать, конечно, не сильно-то стоит их, но просто самому интересно, какой у них вес, ну, если по одному взвешивать. Сейчас поймаем всех. Весы я принес. Вот поставил. Вот так. Взял вот такой ящичек. Не знаю, будут выпрыгивать. Конечно, будут. Ну, сейчас будем как-то пробовать их ловить. Что могу сказать? Белая крольчиха выкормила 10 штук. Я вам рассказывал про общий вес гнезда, то есть как бы если 8 штук по 600 грамм, 6,8, 48, то есть 4,800 должно быть все гнездо. Это если по количеству, они сейчас повыпрыгивают за полсекунды, да? Скажи, нашел коробок. Надо закрывать его как для цыплят.
типа не вылетали, да? А ну, или не будете вылазить? Ля, какие? А я их и не достану. Они все прячутся за мамку, да? А ну, ребятня. Хоп. Хоп. Ну. Ай! Сейчас толкает меня крольчиха. Не грызнет? Маман. Ты не добрая, что ли, девочка? Что происходит? За ушки малышню не бью. Пузатенькие. Что я хочу сказать? С виду кажутся маленькими. Так, мамулька, не кидайся на телефон. А так пузатые. Как бы мелкие, но такие сбитые. Может, я наговариваю? А вот серенький, манюсенький. Вот. Ой, мамка, я боюсь, что ты меня грызанешь. Может, она думает, что я сейчас третий раз понесу замуж. Вот так. Вот. Полный. Тяжеленькие. Хорошенькие, знаете. Мне казалось, что они будут вообще по 200 грамм. Может, они такие есть. А я себя успокаиваю, да? О, а то закрываю. Блин, сейчас... Конечно, неудобно самому, но мне кажется, надо закрыть сетку, да? Сейчас как прыгнет, что у нее малышню забрал. Вот так. Стоп. Оп. Короче, пойду сетку поставлю. Секунду. А вы тут понаблюдайте. Точно сейчас выпрыгнет. Мамулька, нельзя. Вообще красавчики. Смотрите, весы на нуле. Работают они исправно. Та-дам, барабанная дробь. 385 грамм. Маленький. Четыреста тридцать. Хороший. Вот так я же говорю, они мелкие, а такие сбитые. 325 грамм. Наполовину меньше. Так. Я их не хотел всех взвешивать. Но придется. 370. А потом сделаю сейчас общий вес, да? Так. 420. Ну, если считать, что они родились по 40 грамм, то они спокойненько увеличились в 10 раз, да? 410. Молодцы. Молодцы. 350. Вот вам, видите, я вам их показывал каждый день. Так. Стоп, стоп. Глаз. Смотрите, шерсть завернулась в глаз. А ну, сфокусируйся. Видите? И глаз чуть-чуть мокрый. Не закис, но вот это нужно сейчас будет сразу поправить. Сейчас я так и сделаю. Секундочку. Попала вот какая-то гадость. Я не знаю, вам будет видно? Нет, не фокусируется, да? Сфокусировалась. Вот видите, вот эта штука была в глазу. Знаете, что давайте сделаем? Давайте капнем каплю детскую ему тоже сразу. Так сразу и сделаем.
Давай, лази. Так, ты туда выходи. Стоп. Давай так за ушко подержу. Оп. Раз вы говорите, давайте и во второй капну. Тихо-тихо. Все. Сразу и лечение, да, проходим. Все. Так, Беляш, ты что туда убегаешь? Вот так. Становись. Оп. 300. Маленький, видите какой? Вот так, глазик капнули. Вот тут все хорошо. 375. Малышня, какая пузатая, да? Оп. Ну и последний. 380. Ну, вот так. То есть, смотрите. Это мы сейчас оттарили. А теперь назад их всех собираем. И на весы. Давай. Хоп. Хоп. Давай, давай, мой хороший. Давай, давай. Ой, пузатики маленькие. Оп. 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 Вот так. 3 750. Как разделить на 8? Я сейчас так быстро не разделю. 8 × 4 – 3 200. А, и еще 550 на восьмерых, да? Какие есть? Что я могу сделать? А теперь давайте взвесим этих. Сейчас этих посажу. Получается 10 крольчат, 3 750. Ну, что я могу сказать? Это вес крольчихи. Крольчиха выкормила. Выкормила прям свой вес. Отдала малышне за месяц. А вот интересно теперь, сколько будет весить 9 крольчат-то второй крольчихи. Сейчас еще раз этого глазик. Тихо-тихо. Все. Раз. Два. Три. Твои. Четыре. 5, 6. Все, вот так. А теперь очень хочется их взвесить. Никто не убежал. 4, 5, 6, 7. Убежал, да? Вот два убежала, паразита. Взвесить. Так, где? За секунду нырнул. Куда? 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 Шустрики, шустрики. В 2 месяца. Поэтому я вам и сказал, что хочется их подержать отдельно. Сейчас разница в весе минимальная. А какая будет разница в весе в 2 месяца? Поэтому хочется их подержать отдельно. Я говорил, что эти крупнее. Эти крупнее. Давай, давай, оп. Давай сюда, сюда. Хоп. 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 Ну, а так пушистики, живчики, пузатики. В общем, все с ними хорошо. Вот этот мы... Нет, нет, не вылазь. Не вылазь. Все, 5, 8. А вот этот прям малыш... Мне не нравится. Ну вот так, ребят, давайте сейчас первым делом взвесим вот этого маленького.
какой у него вес. Вот вообще, видите, 250 грамм. Ну, и с людьми так, одни растут хорошо, одни нет. Эти такие толстячки, вот видите, гляньте, как его. О, во, вот это что надо, смотрите, 470. Красавчик пузатый. А ты какой? 490. Эти хорошие. Вот, видите, на одного меньше. На одного меньше, а крольчата лучше. А еще не просто на одного меньше, а еще и в акроле меньше. Там было 13, а тут 11. Смотрите, какие. Сразу есть разница. 440. Ну, капитально крупнее. Ой, ты маленький. 370. 370. И смотрите, чем меньше крольчонок, тем хуже выглядит шерстка. То есть, если у этих вот такая она прям пушистая, густая и ровненькая, то у тех, которые полегче, она такая какая-то грамульчку взъерошенная. Вот, смотрите, какая шерстка красивая. Видите? И вес сразу. Видите, большой. Красавчики. Красавчики. Эти какие хорошие. 390. Малыш. 360. Ну вот. А теперь, знаете, можно вот проанализировать, что я делал не так. Почему они мелкие? 415. 415 база, ответьте, да? Вот так. Все ставим. Ой. Оттариваем. И взвесим всех вместе. Там было 3750. Куда вы там прячетесь? Куда прячетесь? 2. 3. А тут 9 всего крольчат. И мы сейчас узнаем, какие тяжелее. Вот такой хороший. Вот такой хороший. Оп. Оп. А? Ну, что могу сказать? Примерно одинаковые. Тут на там 3750, а 3650. 100 грамм, 100 грамм разницы. Что могу сказать? Крольчихи плюс-минус по молочности одинаковые. Видите, какой вес? Что там, что там. Так что сказать, что какая-то из крольчих хуже, нельзя. Но что можно сказать? Если бы было меньше крольчат, хотя бы по 8, ну не хотя бы, а прям идеально по 8, а то еще лучше по 7, они бы были сразу крупнее. Их бы можно было на месяц раньше отправить на мясо. Понимаете? Как бы, ну вот если люди держат кроликов на мясо, то серьезно, этих придется кормить месяцев 5, чтобы был тот нужный вес. А тех бы, которых поменьше, намного, намного быстрее выросли. Да? Ребятня. Вот так. А так, знаете, я вам визуально хотел сказать, что те, ну не хотел, а так и сказал, когда брал их, те меленькие, а вот так их берешь в руку, а они сбитые. А эти вроде побольше, а вес не намного выше. Вот и все дела. Не уходим. Не уходим. Все. Вот и вся красота. Все. Малышня. Тот, как бы, знаете, вот когда вот такой задохлик, чахлик, по-другому его не назовешь, как бы на него никакой надежды нету. Да и... Ну, как вам объяснить? Ну, вот живет задохлик. Это же не домашний любимец, понимаете? Это не питомец, то есть, как бы, и расти не растет, и пропасть не пропадает. Для, когда ты занимаешься вот сельским хозяйством, такие животинки или птички, ох, как на нервы действуют. Ну, не то, что там хочется что-то с ним сделать, а ты не поймешь, почему ты не растешь. Как бы вроде все нормально, но вот это то, что он сбежал, понимаете, есть вероятность, что он был самый крупный в то время и самый резвый. И вот он сбежал,
На, с той ножкой у него что-то случилось? Что случилось с той ножкой, непонятно. Она и зажить нормально не зажила, ну, как бы она не работает у него. И роста теперь с него нету. И чем больше они будут становиться, тем больше он от них будет отставать. Ведь он на нее вообще не встает. Вообще не встает. И тем хуже он будет становиться. А убрать я не умею такого делать, я ее не могу. Ну, вот и все дела. Ладно, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Ну и всем пока-пока. Все, крольчихи отдыхают. Малышня, мне так нравится, как малышня сидит. Они же через стекло не понимают, что с этой стороны чужие крольчата. Ну, как бы от другой крольчихи. И сидят одной кучкой. Эти с этой стороны, а те с той стороны. И получается вот такая большая семья. Это сейчас они вот разбежались, а так, когда я прихожу, они вот такой большой кучкой сидят. Все, недельки две. Короче, до трех недель. До трех недель, когда я прощупаю крольчиху, и там будут точно крольчата, я буду отсаживать малышню. Это получается где-то до 15 февраля. Они еще будут с мамкой, то есть еще две недели полных, больше даже. Ну вот и взвесили. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. И всем пока-пока.